Особая традиция в этот день – включать ближний свет фар в память о погибших и в знак выражения соболезнования их семьям. Хочется обратить внимание водителей, автоводителей, любителей или профессионалов, там неважно, чтобы считались с мотоциклами, потому что скоростной режим разный у мотоцикла и автомобиля. Ну и, конечно, чтобы пешеходы обращали внимание, потому что не всегда можно мгновенно остановиться, поэтому чтобы были все повнимательнее. В храме умиления Божьей Матери прошла панихида об упокоении погибших в ДТП. Совместно с настоятелем храма и в сопровождении дорожно-патрульной службы колонна байкеров проехала по местам, где происходили дорожно-транспортные происшествия. Страсть к мотоциклам у Игоря появилась еще в детстве. Уже тогда его привлекла двухколесная техника. Скорость и адреналин – одно из составляющих чувств, которые испытывает человек, садясь на мотоцикл. Это мое хобби. Когда-то в детстве один раз попробовал двухколесную технику. Все удалось, получилось. Очень понравилось, захватывающе. Так я перешел. Много друзей, товарищей, знакомых ездят на двухколесном транспорте. Втянуло, затянуло. Очень нравится. Когда едешь на мотоцикле, отдыхаешь, получаешь адреналин. У каждого свой подход к данному виду транспорта, каждый получает свое удовольствие. В память о погибших на местах аварий оставили цветы.